Всем привет! Это, я не знаю, немножко из правовой области. Даже в метро уже, не знаю, как в московском, но в петербургском точно сотрудники не докапываются насчет того, чтобы граждане имели маску и перчатки. В магазинах уже почти нигде этой фигней не страдают. Ну, либо кто-то понял или узнал, что это все бесполезно. Вот. А сказать хочу и показать, что вот там вот за моей спиной вот, торговый центр «Радуга», который расположен на парке Победы. И вот в нем охране дали суровое распоряжение не пускать посетителей без масок и перчаток. А кто не хочет, там на входе-выходе продаются перчатки. А у тех, у кого нет денег купить маску, там есть рулончик с такой салфеточкой, как укрывочный материал, нетканное полотно, где можно оторвать кусочек, прорезать дырки для ушей, и у вас типа будет масочка. Но почему-то таким же образом замотать руки в эту салфетку и изобразить перчатки людям не дают. Странно, лицо эта штука защищает, да, а руки не защищает. Можете, говорит, взять домой этот материал и сшить перчатки, а просто закрутить руки не пойдет. Так вот, мне в чем интересно, ладно, эти дуболомы выполняют то, что не пускают. Но лично я взял, одел, прошел, через метр после входа снял маску и перчатки, спокойно ходил. Единственное, что когда я уже шел на выход, какой-то человек, но его я, правда, не заснял, не был готов, телефона не было в руках, а потом уже было поздно, ушел. Даже не в форме охраны, а стал делать замечание, что нужно не снимать маску и перчатки до покидания торгового центра. Ну и сейчас вы увидите кусочек того, как я входил, как мне объяснили убийственный аргумент, когда я упомянул, что уже в метро, хотя там много миллионов, так сказать, аудитория ходит, не заставляют одевать маски и перчатки, и то не прикапываются. Мне сказали, а в метро, потому что народу очень много, проходимость большая. Они устали отвечать гражданам, что и зачем, и решили разрешить. А мы вот типа все равно заботимся о здоровье граждан. Хотя у них там ходят буквально, не знаю, там три коллеги. Торговый комплекс относительно пустой. Во всяком случае, если сравнивать с временами начала марта этого года. Ну все, дальше будет, да, два отрывка. Мой вход и мой выход. Еще забыл сказать. Ходят бесплатные автобусы от метро «Парк Победы» до торгового центра «Радуга». Так вот, раньше там водитель буквально еще пару-тройку дней назад заставлял пассажиров входить в перчатках и масках. А теперь торговый центр выделил специально обученного человека, чтобы водителя не отвлекать, который заставляет пассажиров, хотя в автобус одевать. Ну, правда, не знаю, контролирует ли он в течение поездки, чтобы люди не сняли, и что делает с теми, кто имеет наглость снять маску и перчатки. А я дошел, тебя нет на тройке. А, понял. Ага. Ну ладно, давай. Нет, либо аптека, что там ходит, либо удобно, либо
Здравствуйте, а не подскажете, почему в метро уже пускают без маски перчаток? Потому что там надоело метро выслушивать от всех людей. Метро сколько пассажиропоток? Скажите, пожалуйста, через вас. Ну, большой. Я вам могу сказать, в районе 3 миллионов человек ежедневно проходит. Вот прикиньте, сколько нужно масок. Понятно. Какая 41-я? Не 41-я, 27-я. 141-й закон будет сейчас. А Конституция 27-я. Право на передвижение свободное в России. Там еще внутри стоит человек, который идущим делает замечание, оденьте масочки. Девушка, это не перчатки. А зачем перемотать? Это не перчатки. А это для масок. Для чего это? Это для масок. В смысле для масок? Я купила маску. С этого материала можно делать маску. А перчатки нельзя? Перчатки вы можете сделать дома, сшить, клеить, связать. То есть, а вот так вот я, вот, чтобы вы не переживали, не могу. Читайте, пожалуйста, желтое видео. У меня очков нет, вы прочитайте вслух всем. Давайте я прочитаю. Ваша права бандаж, также есть желтым объединено. Да, 30 марта, по 13 марта 2020 года. Со всеми дополнениями. Продлено до 16.08. Так, сейчас. А там не написано, какая ответственность, если вы пройдете, а внутри снимете маску и перчатки. Охрана будет выводить, нет? Нет, конечно, не будет. Thank you.
А я дошел, тебя нет на тройке. А, понял, ага. Ну ладно, давай. Здравствуйте, а не подскажете, почему в метро уже пускают без маски перчаток? Потому что там надоело метро выслушивать от всех людей. Метро сколько пассажиропоток? Скажите, пожалуйста, через вас. Ну, большой. Я вам могу сказать, в районе 3 миллионов человек ежедневно проходит. Вот прикиньте, сколько нужно масок. Понятно. Закупить.